о том, как Йов превращает шорохи в музыку, в следующем сюжете. Я вот приехал в Россию, а у вас первый снег. В последний раз я видел его только в Швейцарии. Я всегда классно ощущаю себя в России. Моя мама очень гордится тем, что наши предки отсюда. А мне нравится, что мою музыку русские люди воспринимают очень чутко. Я думаю, что моя музыка развивает людей, каждого слушателя в отдельности. И те песни, которые я сейчас записываю для моей новой пластинки, они тоже эволюционны. Они сильно отличаются от того, что я играл раньше, и даже от того, что я играю на этом концерте. В моей жизни очень ощутим закон кармы. Если я сделал что-то не очень хорошее, то очень быстро получаю шлагбаумом по голове. Не могу определенно сказать почему, но я стараюсь делать только хорошее. Ведь мои поступки воздействуют через музыку на очень многих людей. Есть одно место на Земле, там, где я вырос. Оно потрясающее. С одной стороны там Индийский океан, а с другой – Атлантический. Там есть великолепные горы и леса. И всякий раз, когда я возвращаюсь туда, я ухожу жить на вершину горы. Там я играю музыку, начисто забывая обо всем. Я не знаю, откуда приходит музыка. Это такой вид энергии, который входит в тебя, если ты открыт. Она приходит, если ты готов воспринять ее.